мы станцуем с вами танец «Зайка». Но вначале мы с вами выучим стишок. Приготовили зайки лапки. Зайка прыгал, прыгал, прыгал и устал. Хвостиком пошевелил, ушки вверх поднял. Зайка прыгал, прыгал, прыгал и устал. Хвостиком пошевелил, ушки вверх поднял. И услышал зайка тихий, очень тихий звук. Посмотрел по сторонам, в норку прыгнул вдруг. И спрятался зайка. Запомнили? А теперь давайте станцуем этот танец под музыку. Зайка прыгал, 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 прыгал и устал. Хвостиком пошевелил, ушки вверх поднял. Зайка прыгал, 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 прыгал и устал. Хвостиком пошевелил, ушки вверх поднял. И услышал зайка тихий, очень тихий звук. Посмотрел по сторонам, в норку прыгнул вдруг. Молодцы! А сейчас мы с вами станцуем музыкальную композицию «Часики». Часики, они всегда очень чинные, важные. Они всегда все делают вовремя, никогда не убегают вперед и все выполняют очень четко. Поэтому, пожалуйста, приготовились. Будем все движения выполнять очень внимательно. Готовы? Начинаем. Спрятались. Часиков не видно. Приседаем и выглядываем. Тик-так. Приседаем. Шагаем. Показываем на часики. Только так. Стрелочки соединили. Взмахнули. Присели. Ба-ла-ба. Утром будет в детский сад. И шагаем. Кружатся часики. И шагают. Постояли. Молодцы.